Здравствуйте, уважаемые рыболовы! В настоящее время все большую популярность среди рыболовов при ловле со льда приобретают шнеки с электроприводом, с шуруповертом. Я хочу вам представить продукцию компании «Волжанка». Это шнеки мини Nero в диаметре 130, 150 и 180. Они телескопические, изначально укомплектованы адаптером под шуруповерт и безопасным свободно вращающимся диском. Как и все ледобуры правого вращения Nero, они окрашены в баклажановый цвет и укомплектованы универсальными полукруглыми ножами. На базе 150-го шнека я покажу его комплектацию. Ножи защищены универсальным футляром, который легко снимается. Внутри имеются полукруглые ножи. Сейчас мы их установим. Мы предварительно наживляем оба болтика, после этого протягиваем окончательно. Хочу обратить ваше внимание на правильную установку ножей. Иногда рыболовы невнимательны и ставят неправильно. Вот угол заходной, видите, он должен быть внутрь направлен. Не вот этот вот угол, а вот этот вот заходной должен быть направлен внутрь. Конструкция телескопическая, винт под шестигранник, который фиксирует, мы его выкручиваем. И можем, выдвигая штангу, изменить глубину бурения. Здесь 4 деления штанги на разную высоту шнека. Адаптер уже стоит на месте, он штатно комплектован вот таким вот безопасным диском, свободно вращающимся. Диск предназначен для того, чтобы в случае несанкционированного выпадения шнека из патрона он не утонул в отфлунку. Диаметр диска меньше, чем диаметр разлета ножей, чем диаметр лунки. Мы видим, что диаметр лунки значительно меньше диаметра диска. И ни при каких обстоятельствах шнек у вас не утонет. Несмотря на всю его миниатюрность, сам шнек, длина шнека 36 сантиметров. Лед он может пробурить толщиной 109 сантиметров. При малой его длине, всего лишь 70 сантиметров транспортной длине, его можно перевозить не только в личном автомобиле, в багажнике, но и в рюкзаке, в спортивной сумке или в красивом, современном, специальном чехле Nero. Ну а теперь перейдем от слов к делу. Для того, чтобы пробурить шнеком, нужен шуруповерт. О шуруповертах я вам говорить ничего не буду. О них очень много сказано, написано. Он должен быть достаточно мощным. Мы устанавливаем шуруповерт на шнек. Затягиваем патрон. Затягиваем хорошо. Хочу добавить, что если используется очень мощный шуруповерт, то обязательно, чтобы у него была вторая ручка, чтобы двумя руками держать. Иначе можно травмироваться. Использование шнека с шуруповертом расширяет возможности рыболова и позволяет ему бурить многочисленное количество лунок, не уставая.